Добрый день. У нас сегодня 2018 год, Toyota Camry. Этот автомобиль был приобретен на страховом аукционе всего лишь за $5000. Это 18 год, 3000 пробег на автомобиле. Пройдемся по кругу и покажем его дефекты, ну и что можно получить за $5000. С виду автомобиль у нас весь ровный. По дверям все у нас отлично. Резина новая, естественно. Красивые диски. Модель это SE. По задней части все отлично. Все на месте и все новенькое. По салону сиденья тоже у нас все новенькие. Имеются такие вот пластмасски. Безопасность у этого автомобиля вся целая. Как мы видим, заводить автомобиль мы не будем. Водительская сторона тоже вся ровненько. По бамперу отсутствие вот таких вот молдингов. Капот тоже у нас весь целый. Сверху, как мы видим, мотор стоит чуть-чуть у нас косо. Удар весь пришелся под низом. Вырвало даже вот подушку, как мы видим, вот тут. Она вот просто болтается. Мотор держится на остальных подушках. Удар пришелся у нас вот в нижнюю всю часть. Как мы видим, задело все радиаторы, суппорт, фрейм и задет коробка с мотором. Масла у этого автомобиля нет в моторе. Все это повреждено, мотор не годится, коробка тоже не годится. Вот с виду удар-то маленький, а получается, что важные вещи не сохранились от такого удара. Поэтому очень надо внимательно смотреть и очень внимательно покупать автомобили. Но ничего страшного, как бы автомобиль будет на все равно разбираться, упаковываться, мотор пойдет уже на запчасти с коробкой. По кузовным элементам все ровненько, все отлично, за исключением переднего бампера и крыла с фарой. И на этом все. Всем пока.